Привет всем, меня зовут Сона, мне 30 лет, я из Армении, занимаюсь почти полгода. В это время я поменял двух тренеров, поскольку я не достигала того, чего я хотела. И когда-то я решила заниматься самостоятельно, начала искать в интернете статьи и видео и нашла канал Егора. Я начала изучать и заниматься, как говорит Егор, и у меня уже есть результаты. Я уже 6 недель как занимаюсь по принципам периодизации и хотела сделать тестовую тренировку. Хочу делиться им с вами. Я хочу сказать огромное спасибо тебе, Егор, за твое доброе дело, за то, что ты делаешь. Для тестовой тренировки я сделала 4 упражнения. Это приседания, режим лежа, подтягивания и отжимания на трицепс. Поскольку я вешу 60 килограмм, я сделала приседания с весом 45 килограммов на 13 раз. Режим лежа я сделала тем же весом, но 3 раза. Отжимания на трицепс я сделала своим весом 11 раз. И подтягивание я сделала с помощью двух резинок и снова 11 раз. Здоровья и силы без травм.